Prestiż MJN przedstawia. Я из Москвы, я родилась в Москве. Балетом я занимаюсь с 4 лет. Это добровольное желание. Мне сейчас 20, с 16 лет я в балете. Я закончила Академию хореографии в Москве. И вот год работаю в этой труппе. Как давно работаешь здесь, в этой труппе? Год. Год. Вот сейчас пошел второй год. То есть я недавно только выпустилась. У нас там 8 лет училась я там. Как твои родители на это смотрят, как относятся? Ну, моя мама очень счастлива, что я этим занимаюсь, потому что она говорит, что это очень красиво и что это, можно сказать, облагораживает человека. Ну, она очень рада. Ну, есть, конечно, свои трудности, но, в общем, она очень счастлива. Мама была на концертах вообще? Ходят твои родители, поддерживают? В Москве, да. Когда у нас в Москве концерты, я достаю ей билеты, чтобы она могла посмотреть. И она в полном восторге прям. А ты живешь с семьей или отдельно? Я живу с мамой, да. Ага, то есть ты домашние концерты тоже можешь устраивать немножечко? У нас частые гастроли, поэтому скучает, и иногда даже не хочет отпускать, но ну, мама. Работа, да, есть работа. Я из Санкт-Петербурга, закончила Академию русского балета имени Вагановой, и... Семья моя абсолютно не балетная, я первая. Может быть, последняя, не знаю. Это было мамино желание изначально, но я была очень танцевальная. Я все время танцевала с самого рождения, слышала музыку, реагировала. Мне очень нравилось быть в центре внимания, мне очень нравилось интерпретировать музыку. Я все время что-то придумывала, сочиняла, сама ставила, импровизировала. Но не думала именно о балете. Именно вот классический балет, это была мамина идея, и попробовать поступить в академию тоже была ее идея, и она меня как-то так на слабо взяла, и мы потом решили на слабо доучиться, получить диплом, и вот так покатилась, поехала, и ну теперь это очень мое сильное желание также, практически с первых лет обучения в школе, потому что ну как-то это очень втягивает, не знаю. Ну, пошло, понравилось вам, вы попробовали, да, и оно так вас затянуло полностью. Абсолютно, да. Потому что, наверное, это такие были первые трудности, с которыми я столкнулась в жизни. У меня очень легко шло обучение в обычной школе, и для меня никогда не было проблем. Я успевала хорошо, и мне это было легко. А тут вдруг оказалось, что я не такая способная. Ага. Мне приходится бороться, мне делают замечания, меня ругают. И меня это очень подстегнуло. Я не привыкла вот быть в отстающих, и вот и до сих пор этот стимул, он меня ведет по жизни. У меня уже многие одноклассники закончили карьеру и переключились на что-то, но мне так все это тяжело всегда давалось, и с таким большим трудом, что у меня до сих пор, видимо, это вот мотивация подстегивает. Subskrybuj kanał prestiżmjm.tv, by być na bieżąco. Wejdź na bilety.imprezyprestiż.com i zakup bilet na wymarzony koncert.